Добрый день, с вами Евгений. В этом видео мы поговорим про глубокорыхлитель от компании Aversagro. Модельный ряд представлен в линейке от 3 до 6 метров. Эти агрегаты разработаны для работы с тракторами повышенной мощности. Для максимальной эффективности требуется трактор мощностью от 200 лошадиных сил. Здесь мы использовали новую высокопрочную раму с толщиной стенок 10 мм и дополнительно усиленную в местах, которые подвергаются наибольшей нагрузке. В роли рабочего органа выступает стойка типа параплава производства фирмы Белота. Стойка изготовлена из специальной боросодержащей стали, которая продлевает срок эксплуатации. Есть возможность регулировки угла атаки. Преимущество стойки типа параплава в том, что она приводит к горизонтальному смещению участков почвы, что в свою очередь дает возможность лучше насытиться кислородом и поглощать влагу. А расстояние между стойками 50 см. Глубина обработки достигает 60 см. Настройку глубины выставляют за счет опорного колеса. В роли дополнительного оснащения выступает шпорчатый прикатывающий каток и система внесения удобрений. Каток используется для выравнивания поверхности почвы, разбивания комьев и измельчения растительных остатков. Здесь мы поставили подшипники фирмы SKF и сделали возможность регулировки прижимного усилия катка. Система внесения удобрений – это цепной привод, бункеры, дозирующие устройства и система трубопроводов. Дозировка удобрений производится путем вращения гайки регулировочного винта на бункере. Объем бункера составляет 270 литров, но по необходимости можем изготовить бункеры другого объема. Уважаемые зрители, задавайте вопросы в комментарии, пишите ваши отзывы, пожелания. Всем большого урожая и удачи!